Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Меня зовут Лиса, и я очень рада вас здесь видеть. Сегодня у нас будет мукбанг. Мукбанг в полный голос, и это чаепитие. Поэтому заваривайте себе кружечку чего-нибудь бодрящего, зеленый чай. И у нас сегодня не просто чаепитие, а чаепитие с блинами. Ребята! Я в таком предвкушении. Все, кто давно следит за моим каналом, вы в курсе, что мое самое первое видео, с которого начался канал Eating Fox, которое я выпустила в ноябре прошлого года, было с блинами. Я решила, что настало время это повторить. В общем, я напекла целую гору блинов, которые решили от нас уехать внезапно. В общем, напекла целую гору блинов. Здесь у меня что-то типа нутеллы, ну, то есть шоколадно-сливочная паста, бананы, сгущеночка. Давайте, наверное, начнем с сгущеночки. Честно говоря, самые любимые мои блины — это блины со сгущенкой. О, что она какая-то жидковатая. Только что, минуту назад, ребята, у меня произошло кое-что непредвиденное. А именно, моя доска, которая у меня и так тут достаточно шаткая конструкция. Короче говоря, она перевернулась. Я успела подхватить тарелку с блинами, но проворонила тарелочку с бананом. Разбилась моя любимая тарелочка с красной каемкой. Но если Лиса решила снять мукбанг, ее ничего не остановит. Итак, вернемся к нашим блинам. Ведь, ребята, они у меня получаются такие тоненькие-тоненькие, очень вкусные. Обожаю тонкие блины, не люблю, когда они, знаете, такие слишком толстые. Нет слов. Это очень вкусно. Ну что я вам буду рассказывать? Все хоть раз в жизни пробовали блины со сгущенкой? Тогда вы должны понять, как мне сейчас вкусно. На какую тему мы сегодня будем с вами болтать? Вчера было такое радостное для всех школьников, ну, может, для кого-то не сильно радостная. О, посмотрите. Событие. Это 1 сентября. Я, кстати говоря, хочу поздравить всех, кто еще учится в школе с началом нового учебного года. Пожелать вам хороших оценок, веселых происшествий, романтичных записочек на 14 февраля. Ну и всего того, что там школьников радует. И поговорим мы сегодня с вами на тему школы. Школьные годы. Достаточно часто меня просили снять мукбанг на такую тему. Вот. И я решила, что раз вчера было 1 сентября, почему бы это не приурочить к теме школьные годы. Пробуем. Нет, это тоже вкусно. Ну, сгущеночка. One love. Кстати говоря, я так и не поняла. Вчера же была суббота. То ли подавляющее большинство школ в России, в частности в Москве, учатся по субботам, несчастные дети, я вам сочувствую. То ли просто решили не переносить 1 сентября. Не знаю, но вчера очень много видели по городу школьников с бантами, девочки, все с цветочками. Вот это так мило. Вот. Просто, насколько я знаю, в Украине, ну, всегда так было, и сейчас так есть. Если 1 сентября выпадает на выходной, то линейку проводят в понедельник, то есть 3 сентября будет линейка. А так получается как-то нечестно.
Напишите, школьники России, в комментариях, всегда ли у вас так? Или это просто потому, что вы учитесь по субботам? Короче говоря, как-то это несправедливо. Сейчас размажем. Магия сгущенки. На это можно смотреть вечно. Ну, так вот, ребят, честно говоря, про свои школьные годы я долго не хотела записывать мукбанг. Ну, не потому, что там было что-то плохое со мной. Просто, ну, мне действительно даже, ну, нечего вспомнить такого прям выдающегося. Потому что школьные годы, конечно, не знаю, может быть, это только у меня так было, но вот школьные годы по сравнению со студенческими проигрывают прям по всем фронтам, серьезно. Ну, отчасти это, наверное, из-за того, что я была очень примерной девочкой в школе. Вот. Все 11 лет, 10 мы учились 10 лет. Все 10 лет я была отличницей. Закончила школу с золотой медалью, кстати, кто-то спрашивал. И вот этот комплекс отличницы, он как-то преследует меня, знаете, вот всю жизнь. Все надо делать на 5. Если что-то сделано не на 5, это сделано плохо. Я помню, меня очень хорошо подготовили к школе. Я последний год не ходила в детский сад. Вот. И дедушка очень много со мной занимался. То есть мы читали, мы писали в прописях с ним, и там решали примеры арифметические. Поэтому, когда я, в принципе, пришла в первый класс, я уже, ну, много чего знала. Быстрее всех читала в классе. Вот. Ну и как-то сразу вот мне, не то, что меня там кто-то заставлял или внушал мне, просто вот я была, знаете, такой хорошей девочкой и знала почему-то сразу, что, ну, учиться надо хорошо. Если я не сделала там какие-то, вот честно вам скажу, мама со мной никогда не сидела над уроками, как вот я знаю, сейчас бывают современные детки, да, что с ним там, с ними родители вот прям от и до, и вплоть там до не знаю какого класса сидят над душой, и все вот это вот. Мама со мной занималась, ну, наверное, только вот первый класс, то есть чтобы там контролировала. А потом я, ну, достаточно ответственно подходила всегда к этому вопросу. Сама делала уроки без напоминаний. И, да вы что, я не могла нормально даже заснуть перед школой, зная, что у меня там что-то не сделано. Ну, правда, это было только в самых первых классах. Потом, конечно, немножко попроще. Но все равно я, ну, достаточно ответственно всегда подходила к вопросам учебы в школе. Вот. И, следовательно, из-за этого не была там, скажем, суперпопулярной девочкой. Плюс я была достаточно застенчивой. Я была самая высокая, как всегда. На физкультуре вообще стояла класс, наверное, до 8-го. Ну, до того момента, как мальчики попёрли в рост. Но все знают, да, девочки всегда быстрее растут. Класса до 8-го я, короче, стояла всегда первая на физкультуре. Была такая худющая, длиннющая, нескладная какая-то. Господи, эти руки, ноги километровые во все стороны торчащие. Плюс у меня была какая-то совершенно дурацкая прическа, вот эта челка, каре, я все время стриглась под каре. После того случая, как помните, я когда-то рассказывала, маленько побрила себя маминым станком бритвенным, стрижку себе сделала. Вот после этого случая я очень долго ходила с каре. То есть всю там начальную школу и, наверное, класса, не знаю, до 6-го, 7-го. Ну, представляете, да, какое это было зрелище? Неуверенная в себе, такая ответственная, гиперответственная отличница. Это не самая популярная категория девочек в школе среди одноклассников. Я как бы не могу сказать, что у меня там какие-то были
чем-то конфликты. Нет, такого не было. Да и, в принципе, вы знаете, вот сейчас, если я когда смотрю там на современных школьников, ну, вот эти все передачи выходят, знаете, где освещают вопиющие, на мой взгляд, случаи, когда там какие-то ребята загнобили какую-то девочку и снимали это все на видео, как они там заставляют ее жрать землю и тому подобное. Я с ужасом, честно говоря, на все это смотрю, потому что, ну, да, дети могут быть достаточно жестокими, особенно вот в коллективе, когда их много. Всегда найдется кто-то слабый, кого будут гнобить, это как бы понятно, это закон жизни, это закон детской стаи, ты этого никуда не уйдешь. Но ну, у нас тоже была такая девочка в классе, про которую распускали слухи почему-то, не знаю почему, что у нее блохи. Господи, это несчастная девочка. По сути, она была абсолютно такой же школьницей, такой же девочкой, как и все остальные. Но вот кто-то где-то откуда-то пустил этот глупый, абсолютно необоснованнейший слух. Ну и все, с ней никто не сидел за партой. Там ее постоянно обзывали, такое, но вот чтобы прям вот так издеваться над человеком, чтобы кого-то вот так вот истязать, это страшно на самом деле, ребят, вот то, что творится в некоторых современных детских коллективах, скажем так, в детском современном обществе. Нет, у меня такого не было. То есть, ну, я, понятно, у меня были какие-то подруги по школе, с кем-то я дружила, с кем-то не очень. У меня была подружка, любимая моя одноклассница, с которой я, кстати говоря, ребята, общаюсь до сих пор. Она тоже была отличницей. На этой почве мы с ней дико конкурировали класса, наверное, до пятого, пока не поняли, что, ну, как бы пятерок на всех хватит, и что тут конкуренцию разводить. Вот, я до сих пор с ней, кстати, очень хорошо общаюсь. Вот, очень ее люблю. Так вот, с кем-то дружила, с кем-то не очень, ну, понятное дело, совершенно не пользовалась популярностью у мальчиков, то есть класса там, наверное, до 10-го, я вообще не знала даже, что это такое, и, в принципе, там моя первая любовь, это был парень не из школы, я познакомилась с ним совершенно в другой компании, вот как-то в школе, знаете, вот эти все, обидно было, конечно, на дискотеках, там на каких-то вот этих детских, знаете, когда медленный танец, и мальчики все бегут девочек приглашать, меня как-то, вот я даже не могу вспомнить, чтобы меня кто-то приглашал. Поэтому не любила никогда эти школьные дискотеки, стеснялась туда ходить. Да и кто меня пригласит, если я всех была выше на две головы, ну, блин. Вот, это потом уже, когда я похорошела, когда... Ну, как-то мы все повзрослели, особенно когда уже закончили школу. Кстати говоря, многие там одноклассники, некоторые мальчики, убивались за мной там еще вплоть до того, как я вышла замуж, ребята, я вам так скажу. Вот. Ну, это все такое. К чему я? А, да. Ну, никогда такого не было, чтобы вот прям, знаете, как-то так... злостно кто-то ко мне относился, ну, не было такого. То, что дразнятся, ну, блин, дети все дразнятся. Всегда всем придумывают клички, это, по-моему, нормально абсолютно. Я, естественно, из-за своего высокого роста и худой комплекции была шпалой, шваброй, ну, и, в общем, вот такие всякие нелицеприятные вещи. Ну, и плюс у меня там довольно-таки забавная фамилия в девичестве была, из которой тоже проистекало множество смешных кличек. Я как-то, ну, не сильно на это обижалась, честно говоря, потому что, ну, всех дразнили, всех обзывали, исходя из фамилии, то есть это, ну, как-то нормально было абсолютно. А, какие вкусные у меня получаются блины. Посмотрите, они даже на свет прозрачненькие, видите? Вот. Какие у меня были любимые предметы в школе? Тоже часто спрашивают этот вопрос. Я больше всего любила, ребята, русский язык и русскую литературу. Ну, именно литературу. Русский язык, конечно, так. А вот литература, ну, это был, наверное, единственный урок, который я не воспринимала вообще как урок. То есть для меня это было прям наслаждение. Читать какие-то произведения, потом вот мы их... У нас была очень хорошая учительница русского языка, которая действительно...
жила этой литературой. И наши уроки, они напоминали скорее, знаете, какие-то дебаты по обсуждению вот прочитанного. Причем она как-то вот могла вовлечь в процесс абсолютно всех. Ну, тех, кто читал, скажем так, да. И это было очень интересно всегда. Это всегда вот какой-то отклик находило в душе у меня. Как-то вот умела она подобрать нужные слова. Вот. Еще я очень любила экономику. Дело в том, что я училась не в простой школе, а училась в гимназии. И у нас с 8 класса было разделение на профили. То есть все классы, которые были до этого, параллели, да, там А, Б, В, Г, их расформировали. И заново, значит, собирали по профилям уже. То есть каждый писал заявление, на какой профиль он хочет поступить. Их было 4, да, 4. Биология, биологический профиль, математический, гуманитарный и экономический. И вот я при распределении, я четко знала, куда я пойду, потому что мне очень нравилась экономика. Вот, и я попала именно в экономический профиль. Кстати говоря, я заняла в 9 классе первое место на всеукраинской олимпиаде, между прочим, по экономике. Да-да. Мне это было интересно. Собственно, я потому и пошла на экономический факультет, потом учиться в институт. Хотя, конечно, хотела стать актрисой. Но если надо было выбирать какую-то другую специальность, то я выбрала именно экономику. Вот, ну, собственно, вспомнить какие-то интересные случаи из школьных лет, ребята. Во-первых, прошло уже достаточно много времени с тех пор, как я закончила школу. Что мне больше всего запомнилось за эти годы, ну, это, наверное, наш выпускной. Он был, такой, не сказать, что прям слишком шикарный, но вообще проводили его в школе. Как-то так было принято у нас, школьная традиция именно этой гимназии. Вот. Но суть не в самом вот этом отмечании, а у нас была такая традиция, что каждый год выпускники танцевали вальс. Приглашался специальный хореограф, с которым мы репетировали где-то месяца два, наверное, до последнего звонка, до выпускного. Вот. Не всех туда брали, кстати говоря. Ну, там особо никто и не рвался, я имею в виду мальчиков, а девочек много, конечно, хотел танцевать вальс, это было очень красиво. Потому что его танцевали на последнем звонке и потом на выпускной. Ну, на последний звонок мы были все там белый верх, темный низ, то есть не в платьях, это было не так зрелищно. А вот на выпускном, когда мы все уже в своих красивых платьях, у меня было такое коктейльное из шелка бирюзовое платье. Шили его портнихи у знакомой. Вот, достаточно такое красивое. Ну, мне нравилось оно, во всяком случае. Я себя чувствовала принцессой на том вечере. И я танцевала вальс с мальчиком, в которого была там очень влюблена, не знаю, с 5 по 8, наверное, класс. То есть такая, знаете, ностальгическая первая детская школьная любовь. Ну, я уже на тот момент как бы ничего к нему там особо, естественно, не чувствовала. Но это было приятно, это было даже символично, знаете, какое-то прощание с детством. Вот, и мы танцевали под песню Evanescence «My Immortal». Она медленная, поэтому это было красиво. Но там есть такое место, проигрыш. Вот кто знает эту песню, он поймет. И вот в момент проигрыша мальчики подхватывали нас на руки и кружили. А с четырех сторон площадки, на которой мы танцевали, стояли ребята, которые вот из этих хлопушек выпускали такие, знаете, вот эти из фольги и конфетти, сердечки, звездочки, вот нас осыпали этими конфетти, и мы кружились, боже, это можно было с ума сойти вообще, как это было красиво. Поэтому, ребята, у кого этот год последний, выпускной, даже не знаю, что вам сказать. Цените, наверное, его, потому что, как-то осознайте, что это последний год, когда вы можете называться школьником. Впереди, конечно, еще много чего интересного, институт, и это все тоже здорово. Но вот именно школьником вы больше потом уже не будете. И
Ну, это надо, наверное, прочувствовать. Слушайте, тут под шумок, короче, не знаю, сколько блинов даже съела, а хотела 3 вообще-то. Дело в том, что у меня уже поздний вечер, ребят. Но я обещала вам сегодня выпустить видео, и я решила, что надо обязательно его сделать. Ну что, я надеюсь, вам понравился мой рассказ о школьных годах. Это даже больше получилось, наверное, что-то такое общее про школу. Но вы успели со мной попить чая или кофе и съесть что-нибудь вкусненькое. Пусть даже не очень полезное, ничего страшного. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Я вас люблю. Пока-пока. О, что она какая-то жидковатая. Твою мать!